Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и спасибо вам, что заглянули ко мне в гости. Сегодня мы будем с вами смотреть обзор первого заказа из каталога Oriflame номер 7. Заказ на 150 баллов. Но прежде чем показать вам, что я себе заказала, я хочу сделать маленькое объявление. Сегодня 16 мая, и уже завтра у меня день рождения, мой долгожданный юбилей. Или недолгожданный, но неважно. Время идет, и это невозможно остановить. И поэтому, в связи с этим, я хочу среди своих подписчиков и новых подписчиков разыграть 3 подарка. Это 2 чудесных аромата. Один аромат Elvie Summer Joy, второй аромат Eclat Femme Weekend, один, кстати, из моих любимых. И третий подарок – это сияющая пудра Giordani Gold в шариках. Вот такие 3 подарка вы сможете получить. Вернее, один из 3 подарков вы сможете получить. А что нужно будет сделать, я вам расскажу в конце видео. И давайте начнем смотреть, что же я получила в заказе. Заказ, как я говорила, уже на 150 баллов. И сразу похвалюсь, что я взяла себе со скидкой 50%. Это вот такая чудесная сумочка. Мне она почему-то понравилась прям с первого взгляда. Действительно, такой летний яркий акцент, который подойдет под очень многие вещи. Сумочка сделана под соломку, да, такая плетеная. Соломка есть соломка. Кругленькая сумка-таблетка. Сейчас это так модно, так актуально. И что мне особенно понравилось? У нее есть длинный ремешок, который можно снять. Он просто отвязывается. Это тоже интересная идея. Можно делать ремешок короче, длиннее. А есть такая маленькая подвеска, которую тоже можно снять, состоящая из таких вот кисточек. И каждая кисточка выходит одна из другой. Тоже такая оригинальная идея. А можно снять ремешок и сумку носить так просто заплетенную ручку. Она заплетена как коса. И открывается она тоже необычной молнией. Внутри ничего особенного, просто кармашек, маленький кармашек. И просто пространство, куда можно все положить. Ну, например, телефон. Пробуем мой телефон. Я его кидаю, спокойно закрываю сумочку. Вот. Ну, весистый телефончик, да, сразу. То есть поместится все необходимое. Пудра, помада, платочки, средства для чистки рук, все, что я ношу с собой всегда. И телефон. А, зеркальце. Ну да, пудра и зеркальце. Вот такое чудо со скидкой 50% меня порадовало в этот раз. Я, кстати, очень довольна. Посмотрите, эта сумка подходит даже под эту блузку. Под белое, под лен, со льном будет вообще шикарно смотреться. А еще у меня есть такая шляпка, тоже в Oriflame заказывала, из соломки. То есть готовый комплект, просто наряжайся и вперед в солнечное лето. Вот, это первый подарочек. Кстати, а эту кисточку можно снимать или одевать, или использовать еще где-нибудь. Вот так я пока положу, пусть лежит, красуется. Заказала я сразу, покажу, это для клиентки. Лосьон для тела Loving Care, серия с миндалем. Кстати, классный лосьон, очень актуален для лета. Сейчас будет жарко, кожа будет сохнуть на солнце, ее нужно активно-активно увлажнять. А здесь целых 400 мл, и ценник очень-очень невысокий, то есть такая приличная цена. Так, это тоже под заказ, шикарный CC-крем для волос. И чем он мне нравится? Во-первых, пользуюсь я, пользуюсь дочка моя. Всем подружкам рассказываю, даю попробовать. Это просто крем-волшебник. Он сразу несет много функций в себе. Во-первых, когда мы его наносим на волосы и потом сушим феном, он защищает от горячего воздуха, раз. Потом ускоряет сушку, питает волосы, дает эффект легкой укладки, снимает статику. И волосы блестящие. Вот это вот то, что я замечала. И самое главное, то, что волосам легко. Но помните, не надо его перегружать, волосы. Открываете, бултыхать не надо, потому что это крем. И просто на ладошку распыляете, делаете несколько нажатий. Если волосы короткие, начните с одного, и лучше потом будете добавлять. И если волосы длинные, как у меня примерно 5-6 нажатий. Я делю волосы напополам и 3 раза делаю на эту сторону, 3 раза на эту. Мне очень нравится. И потом сушу волосы, и супер все. Вот сюда поставлю. Так, далее. Заказала это для себя, сухой шампунь для волос. Интересно, вы уже оценили, какая это классная и удобная вещь.
шикарный продукт. Благодарна Oriflame, что у нас есть этот продукт, иначе пришлось бы покупать другой компании. Почему я его рекомендую и на какой случай? Не на постоянный, конечно, уход. Сухой шампунь нельзя, им нельзя заменить просто мытье головы. Мы им пользуемся, когда экстренная ситуация, нужно классно выглядеть, а нет времени. Или, например, мы в поездке, путешествуем. Вот я сейчас в Питер собираюсь, обязательно с собой возьму флакончик, потому что, может быть, не будет хватать времени, и хочется хотя бы, ну, больше времени выделить на прогулки. Как им пользоваться? Надо его хорошо взбултыхать, вот так встряхнуть, потом открывать, распыляем на прикорневую зону, то есть откуда, вот где растут волосы, руками взбиваем, расческой счесываем до конца волос, встряхиваем голову и красотка. То есть волосы становятся легкие, чистые, воздушные, и ну, на следующий день надо голову помыть. То есть это не так, что вы заменили мытье. Нет, ни в коем случае. Так, что еще в заказе? Конечно, витамины. Это третья коробочка, следующая придет уже в подарок. Я очень люблю эту акцию, когда мы три продукта берем по цене каталога, да, ну, по цене со скидкой, а четвертый приходит в подарок. Это выгодно, очень экономично, поэтому всегда пользуйтесь такой возможностью. Ну, что сказать про эти витамины? Они классные, я их очень люблю. И вот мне завтра будет 45 лет, и я считаю, что благодаря этим витаминам и комплексу NovAge, ну, экологен мой любимый, я выгляжу, ну, прилично, достаточно хорошо, и при этом я еще никогда в жизни не была у косметолога, потому что эти витамины омолаживают нас изнутри. То есть надо не только снаружи питать кожу, да, скрабировать, пилинги делать, этого недостаточно. Нужно напитать клетки, дать клеткам все необходимое, чтобы они были здоровые, красивые, правильно делились. Но это отдельная лекция целая. И также взяла астаксантин. Всегда беру баночку, потому что когда происходит что-то, какой-то стресс, бывает стресс, я не человек, который живет в тепличных условиях, у меня тоже бывают какие-то там, вот, например, сейчас день рождения организую, у меня маленький стресс, я волнуюсь и все продумываю, у меня куча исписано листков, что купить, что сделать, что заказать и так далее. Так вот, самая, конечно, главная причина, почему я его покупаю, астаксантин, это вероятность того, что мы можем заболеть. И я тоже не исключение. Бывает такое, что переохлаждение какое-то или вирус. И если я чувствую, что начинаю заболевать, а чувствуется это сразу, начинает свербить в горле, в носу щекотит, чихать, глаза начинают слезиться, я тут же пью просто астаксантин 5 штук. Почему 5? Одну штуку на 10 килограмм веса. И один пакетик целиком пью Wellness Pack. То есть мне это помогает сразу быстренько... Ой, все падает. Быстренько подстегнуть иммунитет. Иммунитет клетки, да, вот эти вот бойцы встают на тропу войны с вирусами. И очень быстро привожу себя в порядок, мгновенно. И перед мероприятиями тоже, когда вот перелеты, там, поездки в процессе, я тоже пью астаксантин, и он мне помогает быть в тонусе, быть бодрее. Ну вот, немножко рассказала. Далее, очень много в заказе вот таких гелей. Да, еще один я уже в ванну, наверное, отнесла. А, нет, три. Три геля, вот этот. Я просто уже им искупалась. Один я взяла с апельсином, с ароматом апельсина. Один у нас, по-моему, лайм, да, цветочный какой-то лайм. Ну, он однозначно, он с кислинкой. Я его тоже открыла, уже понюхала. То есть рассказываю, что это за ароматы. Первый – это апельсин. Вот он прям пахнет, как живой задорный апельсин, и у него сладенькие нотки, то есть цитрусовый сладкий. Этот же, он зеленый, лайм, прям вот пахнет лаймом, и у меня сразу слюни текут, насколько это вкусно. Сразу говорю, свежий, такой бодрящий лучше на утро, вот такой вот сладенький, приятный лучше на вечер. Что по поводу качества? Очень густой. Бутылочка непрозрачная, поэтому я вчера им купалась. Густой,
хорошо пенится, приятное ощущение на коже, то есть кожа не пересушивает, нет такого желания сразу бежать и мазаться кремом. То есть, ну, мне очень понравилось. Мне нравится форма. Бутылочка как йогуртик, такая вот приятная в руке, она выглядит маленькой, очень компактненькой, но здесь 250 мл. Просто за счет того, что она кругленькая, она выглядит малюсенькой и вмещает в себя достаточно много объема. Так, что еще? Очень много мыла. 4-5 апельсиновых взяла себе и на подарки клиентам. И очень много зеленых. Они прям кайфовые, тоже 5. И взяла одно мыло. Ой, выпал, вчера уже разрезала. Вот это вот розовенькое. Почему не взяла розовый гель? Я потерла страничку и немножко не поняла аромат. Мне он показался, ну, как-то слишком сладким. И я взяла мыло попробовать, потому что, ну, мыло всегда в хозяйстве сгодится. Вот такой кусочек мыльца. Форма у него простая. Еще пока не попробовала мыло. Но что могу сказать по поводу аромата? Ну, я права, что я не взяла гель. Потому что, ну, немножко не мой аромат. Я это сразу почувствовала от странички в каталоге, когда ее потерла. Поэтому я считаю, что это очень удобно. Компания сделала, что можно хотя бы продегустировать, хотя бы немножечко, прежде чем покупать. Поэтому, да, вот хорошо, мыло мы используем. А гель я заказывать такой пока не буду, по крайней мере. Может быть, потом? Потом захочу. Так, что еще? Сейчас буду хвалиться. Взяла себе вот такие 3 маслица, маски. 3 такие вот маски в тюбиках. Расскажу сейчас, как ими правильно пользоваться. Нужно погрузить тюбики, 1 или 2, но я буду, наверное, сразу 3, потому что волосы очень длинные и густые, погрузить в стакан с горячей водой. Пусть они лежат, греются. В это время нужно помыть голову 1 раз. Помыть голову, протереть хорошо волосы, просушить полотенцем. То есть завернуть, подержать полотенцем, потом снять полотенце и вот так аккуратненько взломать вот эту, ну, оторвать пимпочку. И все это маслице, масочку выдавить на руку, на пальчики и распределить по волосам равномерно. Замотать волосы тюрбаном и походить 40 минут, а потом смыть шампунем. То есть все просто, но достаточно долго. То есть 40 минут надо походить с этой маской. Но это питательный такой, очень питательное масло, которое, ну, реально работает. По крайней мере, раньше я таким пользовалась, мне очень нравилось. Я сейчас решила попробовать еще раз, потому что у меня маски наши устанавливаешь. Масло Элио я обожаю. Но уже хочется что-то еще новенького, ну, добавить, потому что все время хочется разнообразия, поэтому сейчас буду делать маску. Прям как раз перед днем рождения сделаю, напитаю волосы. Вау! Вот еще что я себе заказала. На лицо еще не пробовала. Это мультифункциональный, мультизащитный крем SPF 30. 30 мл, такой флакончик, очень легкий, потому что это пластик, тоже удобно, если с собой куда-то брать. Смотрите, как сделали классно. То есть такая пимпочка, это намного круче, чем брать пальцем из банки. Вот так перевернули, тряхнули, капельку выдавили, ну, на пальчики. И лучше хранить его вот так на крышечке, перед тормашками, чтобы крем постоянно был здесь внизу. И когда нам его нужно взять, просто чуть-чуть надавили на пузико баночки, и крем сюда к нам попал. Крем мне понравился. Скажу сразу, у него чудесный аромат. Мне показалось, что пахнет цитрусовыми. Очень легкий, нежный, вкусненький, приятный, сладко такой, какие-то знакомые нотки, я не поняла, но крем хорошо впитывается. Вот я толстенький слой прям нанесла на руку, заодно руки помажу кремом. Он хорошо впитывается, у него нету жирного последа, вот пусть чуть-чуть полежит, потому что любой крем должен все-таки поработать, попитаться. Вот, такая классная штучка. Супер. Что я еще заказала? Это для клиентки. Сейчас уже понесу, она ждет. И серия Pure Skin. Это специальный аппликационный волшебник. Аппликационный, то есть для аппликационного использования. Маленький волшебник в таком малюсеньком тюбике. И вы видите, у него есть такая пимпочка. Просто на то место, где появилось воспаление, какой-то вылез прыщик, да, вот
неожиданно, мы встали утром, прыщик. То есть мы на него прям капельку геля кладем, ходим, через некоторое время опять повторяем, через некоторое время опять повторяем. Очень быстро, да, он ускоряет, это написано СОС прям, да, скорая помощь, чтобы быстро убрать вот этот, снять воспалительный процесс, чтобы не было на лице, да, красных вот этих вот прыщиков. Все, вот это я сейчас отнесу клиентке, она даже мне сразу деньги за него перевела. Как удобно сейчас, что можно на карту переводить деньги. Это тоже под заказ мыло. Кстати, несколько мыльцев я забыла тоже под заказ. У меня одна клиентка очень любит мыло, тоже заказывает все время. Это мыло серии Essence с бергамотом. Очень классное мыло, но кусочек небольшой, 75 грамм. То есть всегда обращайте внимание на вес, потому что если вы ожидаете, что там будет в коробке вот такой кусок мыла, обратите внимание, 75 грамм. Но мыло очень качественное, и у нас мыло долгоиграющее. Я понимаю, что нет смысла долго про него говорить, продукт не шибко дорогой такой, но он нужный. Мылом пользуются все абсолютно, поэтому рассказывайте, насколько наше мыло классное. Во-первых, всегда чудесный аромат, во-вторых, очень плотный кусочек, его хватает надолго, пенка очень мягкая, пушистенькая, и руки, вот тело, руки не сохнут после нашего мыла. И самый тоже приятный момент, то что мыло не раскисает, когда мы его кладем у меня тарелочка специальная такая для мыльца. Вот, не раскисает, даже если вода попадает в эту подставочку. Следующий у меня в заказе крем, это я тоже взяла на подарок клиентке, потому что, вы знаете, меня часто спрашивают, делаю ли я скидки. Нет, я скидки не делаю, потому что, ну вот согласитесь, ну сколько скидка может быть? 50 рублей, 100, 200. Ну, если заказ очень большой, там, ну, 500 рублей. Но человек вот эту скидку, он не заметит. Это не сильно сэкономит его кошелек, и он даже как бы не оценит то, что вы ему сделали скидку. Если же вы подарите человеку подарок, пусть даже это будет кусочек мыла, крем или масочка, но что-то недорогое, я все время заказываю для того, чтобы у меня было на подарки. Если вы человеку подарите крем, вы подумайте, сколько времени он будет им пользоваться? Месяц, два, может больше. И каждый раз, когда он будет брать в руки тюбик, он будет вспоминать вас с благодарностью. Да, он будет получать приятные ощущения. Поэтому я стараюсь всегда в подарок вкладывать что-то очень вкусненькое, то, что мне нравится самой, и в красивые упаковочки. Человек будет вас вспоминать, и когда у него закончится какая-то продукция, он кому позвонит? Кого он будет ждать? Конечно, вас. Поэтому маленькие подарочки намного круче, чем скидки. Так, это тоже под заказ. Это тушь наша классная, термостойкая, которая смывается только горячей водой. И если вы собираетесь классно провести лето, ярко отдыхать, купаться, нырять, загорать, бегать, прыгать, да, то есть, ну, понятно, что на жаре макияж может немножко потечь, испортиться, от воды-то тушь однозначно не водостойко поплывет, то эта тушь, она точно не поплывет. Она останется на ваших ресничках в том самом виде, как вы ее нанесли. И смывается она только очень теплой водой. И не просто смывается, а она прям снимается с ресничек, как одежда. И не оставляет никаких следов вокруг. Поэтому даже с собой не надо возить средства для снятия макияжа. Вот такой вам классный лайфхак. Так, что еще? Вот такой вот классный скраб для лица. Optimal серия. Скраб в этом каталоге с огромной скидкой идет. И если вы влюбились в скраб Novage, который у нас сняли с производства, розовенький, такой классный, то это прекрасная замена тому скрабу. Он тоже мягкий, он тоже чудесно отшелушивает мертвую кожу, осветляет, делает поры менее заметными. И в то же время кожа после его использования мягенькая, очень приятная. Поэтому я этот скраб тоже очень полюбила и рекомендую теперь его всем-всем-всем. Так, что еще? Мы уже подошли к концу, и я уже тоже распаковала. Это тот самый разделочный нож, который мы получаем по акции за 199 рублей. Я уже его вчера вскрыла, но еще пока не попробовала. Он уже значительно больше, чем тот первый нож. Я надеюсь, вы первый уже все получили. Также у него есть эта закрывашка на острие, чтобы нож не портился. Прикольный нож. Я когда первый взяла,
Я, в принципе, люблю керамические ножи, потому что они очень острые, они легкие, они прям вот реальные помощники на кухне. Мы его когда открыли, у меня вся семья стала готовить. Вся семья наперебой. Давай я порежу салатик, а давай я что-нибудь отрежу. Потому что, ну, очень классный. Поэтому, если вдруг вы не успели еще в прошлых каталогах сделать заказы по 60 баллов, чтобы получить первый и второй нож, используйте возможность в этом 7-м каталоге. Потому что если вы сделаете заказ на 60 баллов, то в 8-м вы уже сможете выкупить уже поварской нож, он будет гораздо больше, но тоже за 199 рублей. Поэтому дерзайте, не теряйтесь. Все, я вам показала. Здесь пакетик, здесь каталоги. Уже каталог на следующий период нам вкладывают номер 8. У меня здесь целая пачка, я их не буду все доставать. И даже, кстати, я его еще не успела полистать. Настолько вчера был загруженный день, что это впервые, мне кажется, в истории, когда я получаю заказ и не открыла каталог. Вот что значит готовлюсь к дню рождения. Ну что, давайте вернемся к тому, с чего начали. Завтра у меня день рождения, и я хочу разыграть между моими подписчиками 3 вот таких чудесных подарка. 2 аромата и пудра сияющая в шариках из серии Giordani Gold. Что же вам нужно будет сделать? Ну, во-первых, нужно быть подписанным на мой канал. Это первое условие. Второе. Вам нужно будет сделать репост этого видео, то есть ссылку с этим видео, разместить у себя в ленте ВКонтакте. И третий шаг. Нужно будет взять ссылку этого поста и разместить ее в комментариях под этим видео. То есть 3 простых шага. Подписаться на канал, разместить ссылку у себя в посте и взять ссылку на ваш пост и разместить в комментариях. Мне кажется, ничего сложного нет. И уже через неделю, это будет четверг, 23 мая, в прямом эфире, мы разыграем эти 3 подарка среди вас. Надеюсь, кому-то из вас повезет, кто очень сильно хочет. И я их вам отправлю по почте. Будем разыгрывать генератором случайных чисел. То есть все будет показано через экран. Вы сами будете видеть, что программка сама выбирает среди вас кого-то счастливчика. Вот, в общем-то, все. Ребят, как обычно, если есть вопросы, пишите в комментариях. Если у вас еще нет скидки 20%, вернее, от 20 до 70 на продукцию Oriflame, а вы хотите начать ей пользоваться, напишите или мне в комментариях, или заполните анкету, которая прямо под видео. И я с вами свяжусь, научу, как делать заказ, как оплатить, как получить и так далее. Если есть вопросы, пишите, ставьте лайк, если видео полезное. И до новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока! GoPro, стоп видео!